Привет, друзья! С вами Антон Кучумов. Вы смотрите канал Workout Fitness городских улиц. И в этот свежий зимний денечек я выбрался на площадку, чтобы поделиться с вами некоторой полезной информацией. Итак, как я уже сказал, речь пойдет о том, как правильно определять уровень нагрузки на тренировке. И существует два основных подхода. Один из них базируется на внутренних характеристиках нагрузки, другой на внешних характеристиках нагрузки. Начнем с первого. Внутренние характеристики отражают то, как нагрузку воспринимает ваш собственный организм. И здесь мы поговорим о таких вещах, как шкала Борга и как частота сердечных сокращений. Начнем с самого простого варианта определения нагрузки с помощью шкалы Борга. Я ее привожу вот здесь вот на экране, чтобы вы могли с ней ознакомиться. И что это такое? Это шкала, разделенная на определенное количество делений, каждый из которых отвечает за ваше субъективное восприятие нагрузки. Поэтому каждый из них и определяется такими словами, как легко, сложнее, тяжело, очень тяжело и так далее. И также в ней приведены примеры тех активностей, выполняя которые, ну, вы будете примерно достигать уровня нагрузки по этой шкале. Опять же, здесь все очень субъективно, все зависит от вашего уровня подготовки. То есть одну и ту же задачу, объективную, допустим, пробежать 100-метровку за определенное количество времени, люди с разной подготовкой будут выполнять по-разному. И для одного человека, который не тренированный, эта задача может оцениваться как очень тяжелая. Для другого, там, тренированного спринтера, она будет оцениваться как очень легкая. Но, тем не менее, это самый простой инструмент, который вы можете использовать для себя, для того, чтобы сравнивать свои тренировки друг с другом и понимать, какая из них сложнее, какая легче, и держать определенный, достаточно тяжелый, но в то же время терпимый уровень. Шкала Борга оценивает ваше общее состояние при данной нагрузке, а не какие-либо отдельные его показатели. То есть у вас могут начинать закисляться мышцы, они могут гореть, но в то же время вы чувствуете, что в целом вам не то чтобы сильно сложно, да, и вы оцениваете общее впечатление. Или наоборот, у вас может сбиваться дыхание, но вашим мышцам легко. Разумеется, есть и намного более научные внутренние характеристики нагрузки, которые можно определить, ну, напрямую с помощью скорости потребления кислорода. Есть такой специальный тест, который в лабораториях проводится для всех топовых атлетов, для того, чтобы оценить уровень их подготовки. Но поскольку у большинства из нас нет возможности провести этот тест, можно провести его опосредованно с помощью подсчета частоты сердечных сокращений. И здесь заложена простая логика, что чем выше уровень нагрузки, тем, естественно, сердце будет биться чаще. Чем он ниже, тем будет более спокойно ваше сердцебиение, соответственно, ваш пульс. В интернете можно найти самые разные формулы для расчета оптимального пульса во время нагрузки. Одной из самых популярных является формула Танака. Я вот ее тоже вывожу на экран для вашего сведения. Но что нужно здесь иметь в виду? То, что все эти формулы носят очень-очень усредненный характер. То есть они подходят, действительно подходят для среднего человека. Насколько они подойдут для вас, это большой вопрос, в зависимости от того, насколько вы отличаетесь от того среднего человека, на основе которого и были рассчитаны эти формулы. То есть если вы посмотрите исследования, они взяли какую-то группу людей, затем посчитали по ним показатели, вывели какую-то формулу и представили вам эту формулу. То есть это не какой-то физический закон, это просто статистические данные, полученные тем или иным путем, и для всех формул вот нужно это иметь в виду. То есть это не аксиома ни в коем случае. Это просто ориентир, который можно использовать, если нет ничего лучше. Но я уверен, что когда мы перейдем к следующему разделу, к внешним характеристикам нагрузки, вы увидите, что есть гораздо более точные, более объективные показатели. И я сам ими пользуюсь, которые можно использовать для того, чтобы оценивать свою тренировочную нагрузку. Поэтому без лишних слов двигаемся дальше. И когда речь заходит у нас о внешних характеристиках нагрузки, то мы будем говорить об интенсивности и о тренировочном объеме. Вот такие два показателя. Интенсивность означает то, насколько вам тяжело выполнять конкретное упражнение. И она зависит напрямую от того, насколько это сложное упражнение, то есть насколько велика та сила, противостоять которой нужно вашим мышцам, какова скорость упражнения, да, то есть чем выше скорость, тем, естественно, будет сложнее. То есть это комплексный показатель, который определяет, насколько вам тяжело выполнять само упражнение. С другой стороны, тренировочный объем характеризует то, сколько раз вы выполните это упражнение или какой общий вес поднимете за тренировку. То есть он определяет именно количество. Если первый показатель интенсивности определяет сложность, то второй показатель, тренировочный объем, определяет количество. Следует заметить, что эти две характеристики, они обратно взаимозависимы. То есть с ростом одной другая будет падать. И это логично. Если в начале своих тренировок вы можете выполнить всего 10 отжиманий от пола, и это ваш максимум, это упражнение для вас достаточно тяжелое. Интенсивность его велика.
Но если по мере роста ваших сил вы дойдете до момента, когда сможете выполнить 100 отжиманий от пола в том же самом качестве, вот точно таких же, но 100, то, естественно, у вас вырастет как тренировочный объем, да, так и упадет интенсивность, потому что это упражнение уже не будет вам таким тяжелым. И здесь возникает резонный вопрос, какая из этих двух характеристик лучше, какая из них важнее? Это то, что мучает многих на просторах интернета, хотя по своей сути этот вопрос абсолютно неправильный, потому что нельзя сравнивать эти две характеристики между собой. Это именно характеристики ваших тренировок. Это те характеристики, которые позволяют вам оценивать и сравнивать свои тренировки между собой. Если сегодня, опять же, возьмем отжимания, вы сделали 5 подходов по 10 отжиманий, в сумме получилось 50 отжиманий. И вам нужно на следующей тренировке дать больше стресса, дать большую нагрузку, чтобы прогрессировать, вы можете сделать 6 подходов по 10 отжиманий. Да? То есть у вас остается та же самая интенсивность, 10 повторений, но вы увеличиваете тренировочный объем. Да, на 20% у вас уже 60 отжиманий. Если вы хотите увеличить интенсивность, можете делать не по 10 отжиманий, да, а по 20 отжиманий. Или по 10 отжиманий положить себе еще блин на спину, да, или попросить кого-нибудь надавить вам на плечи, чтобы создать дополнительную нагрузку. Таким образом, вы увеличите интенсивность, но можете при этом сохранить тренировочный объем. Если вы увеличиваете и интенсивность, и тренировочный объем, то тут все просто, да, тренировка становится более тяжелой. Но здесь важно помнить такую вещь, что вот увеличивать их обе эти характеристики сразу можно. Можно увеличивать только одну из них, сохраняя другую на прошлом уровне. Но нельзя увеличивать одну и уменьшать другую. Потому что в этом случае вы не будете знать, ваша новая тренировка сложнее, чем предыдущая, или не сложнее. Я надеюсь, понимаете логику, да? Это уже будет гадание. То есть, если вы обе характеристики увеличили, тренировка стала сложнее. Обе характеристики уменьшили, тренировка стала легче. Одну увеличили, одну сохранили на прежнем уровне, тренировка стала тяжелее. Одну увеличили, другую уменьшили. Кто знает, что произошло? Вот вообще непонятно. Непонятно, что произошло. Никто не знает. Субъективно вы, конечно, можете. Я рассказал об этом в начале видео, о субъективных характеристиках нагрузки вы можете оценить по ним. Они не очень точные. Здесь у вас точные цифры, точное количество повторений, точное количество подходов, времени отдыха, времени под нагрузкой и так далее, так далее. То есть цифры вас не обманут, в отличие от вашего субъективного впечатления. И поэтому я рекомендую отталкиваться именно от объективных цифр. Вот такое небольшое видео получилось, но самую главную суть вы поняли. Существуют разные характеристики нагрузки. Существуют как внутренние, они более субъективные, так и внешние. И используя их, вы можете оценивать ту нагрузку, которую даете на своей тренировке. Соответственно, вы можете повышать ее с течением времени, и это будет давать вам стресс для роста. Вообще, все, что вам нужно знать о том, как поднять уровень, как стать сильнее, как нарастить мышечную массу, заключается в том, чтобы вы увеличивали уровень нагрузки с течением времени. Как только вы это поймете, вы поймете, что все остальное вообще не важно. Вы можете делать любые упражнения, вы можете делать их в любом порядке, вы можете заниматься на турниках, можете заниматься с железом, вообще не важно. Если вы даете стресс, если этот стресс растет, ваш организм будет вынужден адаптироваться, и вы будете расти и изменяться. Все очень просто. Ладно, с вами был Антон Кучумов, увидимся в следующих роликах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы и предлагайте новые темы. Свежо на улице, так что выходите и занимайтесь на турниках, будьте клёвыми. Пока. Лови город дорог, от города надежд. Вот пролетели 3 года, как депутатский кортеж. Нам есть что сказать, по большей части спасибо. Москва, ты с первой секунды нас удивила. Мы прилетели в столицу внутри железной птицы. Да ладно, шутим, мы не настолько тупи.